Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, кто непременно примчится к вам. Причем реально очень-очень скоро. Итак, смотрим, кто же к вам примчится. Ну, скорее всего, давайте не буду я гадать, кто примчится. Встреча будет очень приятной. Ой, прям какой-то праздник будет у вас даже. Кто же это будет? Тайна, говорят карты. Тайна. Полуния, тайна. То есть будет праздник. Кто-то неожиданно. Нет, кто-то непременно примчится. Но это пока тайна. Мы все равно посмотрим. Кто же неожиданно? Ой, девочки, это мужчина. Причем мужчина, да, может быть седой. Постарше вас. Ну или в крайнем случае ровесник. Мужчина светленький, ну то есть либо седой, либо светленький, рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный, такой очень импозантный мужчина, яркий. Вот, и вот с ним прям праздник будет, возможно, с ним каждая встреча праздник. Но он откуда-то приедет, либо он был в отъезде, может быть, откуда-то вернется, то есть, может быть, вы своего мужчину узнали. Ну, это прям такая вот, у кого-то, может быть, муж откуда-то приедет или вернется. Вот. Ну, а для кого-то мужчина вам точно знаком, это не новое знакомство. Вот, если роман на расстоянии, вот видите, здесь пятерочка пентаклей как раз показывает расстояние. Если роман на расстоянии, то скоро будет радостная, счастливая встреча. Если вам нужна лично моя помощь, пишите мне на Viber, WhatsApp или Telegram по этому номеру телефона. И регистрируйтесь на курс «Мастер сочетаний». Всего за 2-3 дня сможете читать любые сочетания карт. А самое главное, будете знать будущее и будете знать, как это будущее изменить к вашей радости. Ссылочка на курс внизу в описании и в моем первом комментарии.